Привет всем. Сегодня я разбирался. Подсказывали ребята в комментарии, читал. И вот с этими координатами по UTM более-менее стало понятно. Дело в том, что вот мы рассматривали миссию в прошлый раз, где нам были конкретно заданы координаты цели в системе UTM. По координатам получалось две группы чисел по 4 цифры. И буквенная система была конкретно указана, то есть мы тупо ввели и тупо полетели на цель. Сейчас мы будем спрашивать у Джайтака. Во-первых, мы в прошлой миссии находились в одном квадрате, и там было все понятно. Все по умолчанию уже стояло на мониторах, на наших. А сейчас будет живой Джайтак, он в другом квадрате, и нам придется... Он даст нам шестизначное, они по-разному дают, округляются. Вот сейчас он нам даст шестизначное число, но у нас 8 знаков. И мы сейчас, после долгих разборок, ведем все это дело как положено. Поэтому у нас же система UTM как распределяется. У нас же, допустим, квадраты. Если далеко отъехать, у нас, видите, квадраты будут. CV, DV, это 100 на 100 километров. А вот потом каждый квадратик начинает разбиваться еще на маленькие квадратики. Вот. Вот здесь он разбивается 10 на 10. Вот. Нижний край квадрата, вот тут, с нуля. С нуля вверх, и вот они пошли, левый край, с угла нижнего угла, и пошло 10 квадратов. Следующие, они вот доходят до 10, но опять вниз. Получается квадрат вот так вот, тук-тук-тук, разбитый. Там ДВ7, ДВ6, ДВ5, вот идет 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потому что у нас нулевой, вот 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 опять внизу. Поэтому мы сейчас мы находимся в квадрате ДВ. Противник находится в квадрате ЦВ. И нам дадут координаты по квадрату ЦВ. И в шестизначном формате. То есть не в восьмизначном, а в шестизначном. Но нам надо будет забить туда 8 чисел, 8 цифр и буквы поменять. Поэтому сейчас мы это дело и начнем. Нахожусь я вот тут, на аэродромчике. И еще есть, возникали вопросы по этому. Я сейчас чаты читал, форумы, и там написано, что при запуске холодном второй двигатель отказывается работать. Появляется здесь на мониторе ошибка насоса топлива. И двигатель тормозит. Ну, я так думаю, что многие делают этот, как положено. Первый двигатель дождались, потом второй двигатель. Я запускаю сразу. Первый, второй. Вот как я запускал, допустим, Black Hawk. Также запускаю и вот этот, допустим. У меня пока проблем не было. Ну, давайте посмотрим сейчас, что получится. Что мы делаем? Посмотрели все. Все, дверь закрыли сразу. Чтобы уже не свистело по башке мотор. Ну, как по видеоинструкции, ну что делаем? Маячки, раз, два. Все вот это накрутили, чтобы было все красивое снаружи. Даем батарейку. Ну, тормоз у нас по умолчанию, видите, он нажатый. Единственное, что вот эту громкость поставить. Оповещателя нашего. И вот эти шумодавы сразу вперед. Потому что когда радиостанция запустится, начинает свистеть, шипеть. Вот это шумоподавители, все вперед по каналам. Ну а так вроде пока. Ну вот эту покрутите. Ну она, видите, еще надо запустить машину, чтобы флажок пропал. Заразретировать. Пока рано еще что-то делать. Надо вперед, вперед. Ну давайте дадим батарейку. Посмотрим, что произойдет. У нас, видите, идут аккумулятор топлива, пресс, давление низкое, ну и колесо заблокированное. Ну, посмотрели сигнализацию аварийную, посмотрели эту. Ну и пока все рано смотреть. Ну давайте запустим ВСУ, посмотрим, что будет дальше. Пошел старт. Сейчас дадут нам электричество, и мы будем радостны смотреть, что дальше происходит. Ждем пока. Я делаю как? ВСУ пока крутится. Разогревается там все. Вот, видите, пошли ошибки.
выдавать. Ну вот он все пишет. АПУ включено, ВЦУ включено. Идет апдейт хединга. Я, короче, делаю сразу что? У меня такая уже выработалась. Вот карта, вот утилиты. Вот здесь видите датум 00. Я сразу ставлю 47. 47, потому что когда вы заходите в горячий старт, оно тут горит уже сразу 47. И погнали дальше. А, ну и системное время. Вот у меня есть Zulu. Я сразу ставлю на локальное, чтобы у нас время было. Вот 6.23 сейчас у меня на улице. Ну и вот теперь можно запускать двигатель. Смотрите, как я делаю. Я вот эту байду сразу вперед. Потому что я газ оба руда подаю вперед сразу одновременно. Я подаю на нумпаде плюсиком. Когда уже рут выставится на малый газ. И теперь смотрите, что я делаю. Я беру запуск. Щелк, щелк. Второй. Щелк, щелк. Сразу оба на малый газ. И потом начинаю смотреть. Вот оно поехало. Ждем. А потом уже, когда разгоним, я уже нумпадом плюс. Вот сюда до флая докатываю плюсиком. Вот эту я ставлю, чтобы не так резво он дергался. То есть это как бы упор. То есть он плавно пойдет. А если вот эту убрать, плюс нажимаешь, они сразу. Ух! И тогда, может быть, происходит и просадка. Видите, у меня нет ошибки по насосу. Сейчас посмотрим, как он стартанет. Он уже вертится все. Ошибки нет. Я раньше тоже пробовал. Первый движок ждешь. Второй движок ждешь. Вот теперь давайте попробуем вывести его на обороты. Вот я на нумпад нажимаю. И поднимаю. Раз. Вот так. Вот. Перегрев. Видите, резко дернул. Поэтому плавнее надо еще делать. Вот до флая даже чуть-чуть не доезжаю. Смотрю процентное вот это вот соотношение. Ошибки нет. То есть насос работает. Второго двигателя. Тут же сразу вылезает двигатель 2. Это. В отказку пошел. И ошибка насоса. Вот у меня все. 100%, 101 даже. Ну вот нормально. То есть я движки разогнал. Вот мне теперь смотрите. Вот ВСУ включено. Поэтому надо выключить, не забудьте. Выключил. Выключил. Ну и в принципе все. Но здесь у нас еще идет корректировка по GSM. Но она пройдет со временем, подождите, он ищет альтернативные спутники. Но здесь 47 ставлю, может она быстрее проходит. Теперь смотрим, что сюда, то туда. Ну давайте я сейчас, у меня джайтак на 120 частоте, видите, 121 по умолчанию. Заходим. Ком. Ман ручной. Частоту нажали и написали 120.00. Все, у меня теперь этот на связи будет друг. Джайтак. Так, на вышли т.д. Так, все, пока тут ничего не надо. Давайте поиграемся с нашим. Вот так нажали, все. Теперь он работает четко. Ну, видите, вот я шумодав сразу включил. И они не шумят. А так шумят. Ну теперь давайте спросим нашего брата. Где он там? Мы никуда не полетим, просто джайтак запросим и введем координаты. Playboy, работаем. Playboy, 1-1. This is infield 1-1-1. Meaning 64. Delta Victor 0595. 1200. I have laser hellfire. Rockets 300 gun. Вот я ему доложил свои координаты. Здесь я говорю, что я нахожусь в ДВ 0595. Ждем ответ. Можно вот это включить, не забывайте, вот это включается. Вот он, кричит. Ну давайте, прием. Сейчас вот смотрите, текст я вам так сделаю, вот так, чтобы темно было. Вот смотрите, сейчас паузу нажму. И вот. На высоте 1000 футов находятся танки. И смотрите, ЦВ 82, 89, 21. Он дал нам 6 цифр. А у нас их 8. Поэтому запишем вот ЦВ 82 89 21. ЦВ 82 89 21. Поняли, поняли. Отпускаем паузу, поехали дальше. И теперь смотрите, как эти координаты вводятся по цели. Нам надо будет 8 знаков. Но это многие знают, кто вот на иномарках летает под небесами.
А я сейчас, вот кто, может быть, не сталкивался по ИТМу, ввести. Нам дали 6 знаков, а надо 8. Поэтому смотрите, у нас заходим point, add, target, ident. Поворачиваемся сюда и начинаем тут работать. Ident у нас, ну напишите как target, tg. У нас же tg есть. Ну давайте tg для примера. Tg, target. Он будет target 01. Free. Ну t72 напишем. Или кто там у меня? Вот они, эти же как их. t72b. Вот их три штуки. Ну напишем давайте t72. Вот теперь смотрите, вот. Вот здесь у нас по умолчанию DV стоит, то есть то же место, где мы стоим сами сейчас, вот. По умолчанию, наша точка по умолчанию, как и на газели. Но нам надо исправить на другие. У нас CV 82, 89, 21. Надо на CV, то короче, вот назад стрелочкой. Раз, два. Первый 37S мы не трогаем. Это вообще считается как район, ну типа того, что на планете. 37 там Сирия, не помню, что это такое. Ну квадрат такой, зона. Нам надо исправить вот первые три оставляем, D и V. Нам он дал CV. Пишем. C, V. И потом пошли буквы. У нас 82, 89, 21, да? Пишем. Нам надо первые 4 и последние 2 разбить на группы. У нас первая группа 8, 2, 8. 8, 2, 8. Вторая группа 921. Вот чтобы закрыть эту группу первую, 8280. Потом 9210, 9210. Получается у нас теперь, смотрите, я сейчас маркером буду щелкать. У нас получается две группы по 4 цифры. Он нам дал 828, 921. Получается мы теперь 828 закрыли нолем. Группа. 921 закрыли нолем. Интер. Высота пишем 1000 метров. Вот сейчас он проглотил. Я мучился. Оказывается, если он дал шестизначное, то после первых трех ноль ставишь. И потом после последних трех тоже ноль ставишь. И тогда он съедает. Сейчас посмотрим на карте. Так. Где у нас map? Show. Вот это ставим. И зажимаем. Вот они. Вот если посмотреть на карте у нас, сейчас я маркер сюда пригоню и посмотрим панораму. Вот у нас маркер сюда приехал, смотрите, я нажимаю панорама. И теперь маркером ввожу карту саму, вот. Вот если мы здесь сейчас встанем, ближе не сделаешь, потому что 100-километровый масштаб он уже не глотает. Короче, получается, мы сейчас что? Видим цель? Она стоит, ну вот, на озере. Как бы тут вот она, тут озеро такое кривое еще. Смотрим сюда. Цель у нас стоит на озере. Вот. Это они. Вот они, да. Вот это черти стоят они, а вот это вот мой стоит. Райтер, ну, страйкер, вот он. Так что цель вот тут. И согласно нашей карте, она тоже вот стоит на вот этом озере. Теперь посмотрим, сколько до нее расстояние. То есть мы, смотрите, делаем что? Ну, выбираем вот это TSD и убираем ФРЗ обратно. Теперь point, да? RTE, DIR, point. У нас ее тут нету, в таргетах она отдельно заводится. T01. Вот. Теперь мы смотрим вот как раз туда. Сейчас я карту сделаю. Обычный черный, чтобы было все понятно, стик. Вот. У нас в координатной книжке, вот она. Вот она на высоте 1000 футов, вот ее координаты мы записали. На нее 258, 22,2. 258, 22,2. Давайте проверим. Курс. Так, где у нас нажимать-то? Вот. Ну, 261, это приблизительно 12 этих миль. Ну, 12 миль, то есть мы выйдем на... Короче, я когда полетел, у меня вот этот маркер, вот этот, светился как раз над ними. Вот если туда полечу, и там будут танки,
Я и грохну. Так что вот так вот вводятся координаты. Если что, давайте попробуем еще раз. Давайте мы вот эту точку сотрем. Где у меня, например, point. Вот она, таргетовская. Мы ее удаляем. Раз. Yes. Yes. Все, у нас таргета нету. Давайте попробуем еще раз. TSD. Пусто, у нас таргетов нет. Point. ADD. Свойства. Target. Ident. Пишем. Target. Enter. Free. T72. Enter. Смотрите. Нам дали CV828921. Возвращаемся вот сюда. 37S не трогаем. Начинаем вот с третьей позиции. CV828828. Группу цифр закрываем нулем. 921 921, в конце 0, получается 828 0 921 0. Нам надо 8 знаков, он нам дает 6. Разбиваем пополам, получается 828, ставим 0, 921, ставим 0, нажимаем Enter, дает высоту 1000. Вот мы ее на 1000 и делаем. И вот я когда полетел, мой endpoint вот в этой маске светился как раз над танком. Ну, не над, прям над танком, вот в середине группы. И вот мы видим, что мы таргет ввели Т01 ТГ. И вот до нее вот 22 километра, 12 миль, на 1000 футов она стоит. Вот это ее географические координаты, это координаты по UTM, а вот это дергается. Это, короче, космические координаты, то есть Земля у нас крутится относительно там Солнца, звезд, или бобы и 40 разбойников. Поэтому вот это вот постоянно бегут. Это у нас Земля поворачивается относительно там чего-то. Все, теперь RTE, DIR, POINT, T01. И вот на нее мы полетим. То есть мы включаем нашу маску железную, включаем этот режим отображения, вот такой. И видим ее. До нее летит 22,2. Включаем ракеты, пушки, пулеметы. И полетели. Так что все заводится, все летает. И все крутится. Ну давайте потихоньку разбираемся. Теперь я уже могу найти врага в любой точке планеты. Ну и вместе с вами, конечно, мы это дело провернем быстрее. Ну вот. А я говорил почему потихоньку, потому что у меня уже 4 часа утра, все спят. А я решил вот так вот немножко поразвлечься. Ну давайте, пока. Привет из Магадана.